сегодня в 23:40. Слушай, у нас тут с проекта режиссер ушел. Мы ищем талантливую, дешевую замену. Ерлан? Че, уже познакомились с нашим новым режиссером? Ну, ты сделал ей предложение, а сам свалил в Штаты. Я поехал на грант. Все мужики-козлы. Работайте. Мы хотим снять тут кино. У нас будут большие проблемы. Здравствуйте, петушок и пчелка. Постельные сцены будут? Смирно. Смирно. Давай быстрее! Что ты орешь на меня? Вот что вы мне как петушку можете посоветовать? Не афишируйте. Больше, чем кино.